Друзья мои, у нас с вами вторая часть, второе видео. На первое я оставлю ссылку, закреплю в комментариях для тех, кто захочет посмотреть, да, вернуться. Я в гостях у моей зрительницы, у моей покупательницы и, в частности, что самое главное, у моей подруги, ставшей мне подругой. Люба, вы ее видели в видео, она приезжала ко мне в гости в Малагу. 25 кустов роз было здесь. Ага. Все цвело благоухало. Столько у меня видео, столько фото снято. С этими розами, да? Да. Обалдевали все, но вот так получилось, что солнце пек, они же ведь не закрыты, вот я тебе же надо жду, да, когда оно, да, закроется. Да. Все-таки это прихотливая роза, прихотливая, или уже должно быть куст мощный, да. Когда он уже взял силу, когда он не молоденький, тогда он останется, а так нет. Мы большие деньги заплатили за это железо. Колодец, колодец, это колодец? Колодец. Дай воды, да. А прям вода внутри? Или а нет? Там мотор. Мотор. Понятно, сколько? Понятно. Я не знаю, сколько метров. А вот это как много. Красиво. Не знаю, интересно. Вчера внук лазал. Уго, куда ты полез? Это тор? Больше ничего нет? Я говорю, давай тебя сниму. Пойдем, 7 лет мальчику. Ага. Слушается. И на самом деле аки де позу. Сейчас слушается. Вот это немного плотавли. Си, но это не плотавли? Но это не плотавли? Это не, это... Ну, это дурси. No es salada, esto es de agua del mar. A nivel del mar tengo yo agua. Sí, para la cocina, para la ducha. Ahí está. Luego también me gasté 1000 gigantes, después tiene 2000. Какая пушистая девочка. Это говорит о себе. Кто тебя связал, Любаш? Бимба и Лола. Вязали. Тебе нравится фиолетовый? Да не и зеленый. Разные мне вот. Разные. Тут еще что-то у вас творит. Смотрите. Да. Я говорю, а где Россию? Кони? Кони, это ты говорю тоже Россию, тема. Россия, ты киро. Я ты дой панито. Шлядка я ой, такая. Ой, какая. Россия, бамо. Бамо. Россия зовут. Ой, Россия. Бамо. А, какая умная. Бамо, ниньо. Так это он или Ниня, она? Ниня, Россия, это Ниня, она. Да, ты говоришь Ниня. Эмбра, Эмбра. Mm-hmm. Ну, это... Я уже тумал мучо вино, пардон, мы... Любаша. Всем привет, девочки, люблю, целую. Любашка. А, да. Я ее хлебцем кормлю, а этот нам делает эти подарки. Лимоны дает и гранаты. Красота, красота. Ты свои... Ох, ты это красивая. Хороший ой, блин, кони, конечно, это тоже. Слушай, по курям с ума схожу, еще по коням. Ну вот, да. А у меня еще есть здесь сосед, он... Жених... Кома? Это на барбакоа. Си, es que yo me encanta la gallina. Си, yo la veo, ага. Gallina. Yo estoy grabando este. Sí, porque... Novio y dos novias. Hace cal... Es el macho y tiene 5 o 6 hembras. Ох. Y no vea. Eso como marraquí. Triunfa. Eso marraquí. Sí. Обалдеть. Нет, моя хорошая. У меня на террасе 2 есть, мне не надо это все. Не, а я у меня и было это. У меня с одной квартиры переехали, у меня были шикарные орхидеи. Одна до 55 цветков была. Нет, орхидея. Ничего себе. Меняешь квартиру, они стали болеть. И второй момент, там не было такого убикасьона хорошего, не было солнца. Ничего не было большой себе. Стеклянной стены. Им же не нужен этот ветер. Да. В огромном таком мансионе огромный ресторан. Здесь столик надо резервировать с временем заранее, потому что все занято. Это деревня, поэтому здесь такой вот стиль, все как кампо, да, такое антиго. Ну, тут огромный зал. Принесли, салат мы уже съели, сейчас будем. Печка, там такая печь, мне просто немножко за столбом мешает. Ну, очень интересно, так уже пройдите, я вас прошу. У них там, наверное, мясо, но они бедные работают. Поте лица, вот такой. Ну что, это какой этаж у вас? 12-й. 12-й. Я была на 15-м, ага. Балдакивир впадает в океан. Река Гвалдакивир впадает в океан. Ага. А тут что такое? Тут город, как это называется? Сан-Лукар де Барамеда. Сан-Лукар де Барамеда, да? Угу. Иглесия Майор, главное. Здесь аютаменту. Красиво. Немножечко поснимаю. Красивый вид. Это бодега. Ага, мы проезжали, я ее видела. Это вот центр, вот здесь вот. Ах, это как раз вот где процессия сейчас, да, где все закрыто, как раз мы там колесили.
сидят там под иглой. Сигзаг, как змея. И идет в Севилью, проходит. Ну вот видишь, как здорово. Ага, ну все, уже, девочки, вот это океан. Вот Элквир впадает в океан. Мы на 12 этаже с красивым видом на... Губы не накрасилась. С красивым видом на... Забываем это село, этот город Курасаяма. Не Рио, а как его? Салу-Курде-Барамеда, девочки, забываю все это название. Мужчины пошли сейчас смотреть террас, а я уже немножечко засняла. Там очень красивый вид на океан, на Гвадалкивир, в общем. Солнышко, девочки, здесь еще жарче, чем в Малаге. В Кадисе еще жарче, чем в Малаге. Тут очень много людей в отеле. Это террасита, и здесь очень много людей сидят, заходят. Вышли с отеля, как раз были дороги все перекрыты. Тут целая процессион мастерасы. Столько народу. Какой-то праздник. Ну, я смотрю, все нарядные. Любаш, идем, а то потеряемся. Довольные поднимают, опускают. Это что здесь у него? Молодежь. Шикардосная, да, Любаш? Время провели. Прямо замечательно. Частные дома как раз по центральной улице. Да, красиво, очень красиво. Ака, цветы такие довольные, с внучкой, да, там девочка моя? Где моя эта девочка сидит? Да, это Любаша гид. И мы проехали Дом России в Курал. Это уже посыл Марии. Это посыл Марии. Россио, мира, аки Россио коннета. Ага, это памятник в честь ее, да? Очень красиво сделали, да. Но она красивая женщина. Очень красивая, очень крупная туда. Она рыжеволосая, да, такая была, яркая внешность. Бело, я помню ее. Бело, красиво. И это лучше, чем потоха. Чтобы вы имели представление. Это что за праздник? Это ферия. А, ферия. Ферия, как бы, их патрон. А здесь Атлантический океан. Здесь все можно походить. Это все можно походить. Это все набережная. Но здесь очень хорошая черенгита. Можно кушать мариску, но очень дорого. Это понятно. Ну, свежат. Ну, тут вид такой красивый. Ага. Здесь снимаются вот эти 1500 в месяц, а то и 2 недели. Mm-hmm. Ну, потому что с видом на море. Очень красиво. Вот это сентуарио. Это не церковь. Это сентуарио, вот этой вот. Оно не старит, оно модерное. Вот это там... Сиан Атлантико. Ага, Атлантический океан. Здесь пляж, городской пляж. Ну, много народу. Это определенная Регла. Ага, это святая, которую зовут Регла, которая покровительница деревни Чепиона. Лежит много. Это центральный. Много вот туда-сюда. Но вы здесь не были никогда. Я хочу вам показать. Первый раз. Наверное, первый раз. Да. Qué bueno. Mira, que hace día de calor. Sí, hoy buen día, la verdad. Buen día. Океан. Океан такой спокойный. Чулиссимо. Океан сегодня спокойный. Очень спокойный, потому что обычно волны, да. Да. Притом они такие частые, мелкие, ну прям белые, пенистые. Да. Я была, я помню. А сегодня прям как будто бы море. Были в Чепионе. Вот так пойдем. Строят новые. Были такие старые домишки, строят новые. Ну, какой-то собор впереди, да, очень красивый? Так это сентуарио, я тебе говорю. Ага. Это сентуарио де Вирте де Легра. Патрона. Это не старый, это новый там, на экскурсию. И поднимались к ней, туда.
Сахаре все с камнем строили, а это штукатурка. Вот и тут поклоняются, свечки ставят в этой, в копили. Да, Владик, правильно ты говоришь. Чего? Старое все. Он правильно говорит, что старое все строилось с камнем, а здесь штукатурка нанесена. Да, да, поэтому да. Поэтому сразу видно, да, что да, это новое. Баша просто вообще. Ты поняла? Вот он мне так завернул, так и привез с этой, с Кордова. Ну, понятно все. Ой. Это девочки, боже, смотрите, Люба меня нагрузила. Масло, яйца деревенские. Тут, ой, хватит. Подарков. Ладно. Вот, ужас. Нагружена, что значит в деревне побывать. Слушай. А, подожди. Гранаты. Да гранаты у меня есть в машине. Два ты мне дала, Любаш, хватит. Какие гранаты? Какие гранаты? Два. Подожди. Куда еще гранаты? Вера! Спасибо, Любашки. Прощались полчаса. Любаш, осторожно. Ага, тут и Хуана. Все, выезжаем мы. Дай бог здоровья этим людям. Какие люди хорошие, как нас встретили. Это просто, конечно... Адиос, адиос, грасиас. Адиос. Чао, мой амор. Чао, Любаш. Все, пока-пока.